Следующая песня Михаила Щербакова про жирафа, кенгуру и муравьеда. Да. Подъехал чужеземный фиолетовый, я марку бы назвал, да забываю постоянно. В него шатенка голенастая уселась, дверь хлопнула, и все, и только брызги из-под колеса. Странно, вы как хотите, мне странно, ведь я почти уже любил ее за некоторый пафос, черта их, так сказать, и вообще за выражение лица. Знакомишься на улице, тирады о погоде не проходят, устарели как идея. Предпочитаю для начала выразительный какой-нибудь вопрос философического свойства, например, где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует, а этой хоть бы что не удивилась, как не удивился бы реаниматор или милиционер. Я не жалуюсь, я в принципе привык бы к тому, что мир бывает невнимательным и черствым, что благородным образцам и соответствует не шибко, и требования высшим отвечает не вполне. Черт с ним, не отвечает, ну и черт с ним. Но почему в таком количестве во всяком переулке изначально бесконечный как раз по отношению ко мне? Я мальчиком все думал, заведу себе зверька, а то их вон сколько скачет по полям-то. Возьму в товарища разумного жирафа, муравьеда или просто кенгуру, я даже имя подыскал. Лямда, я назову его Лямда. Так и думал я, но детство кончилось, а бедный муравьед и по сегодня остается невостребованный, скачет, где скакал. Знакомка номер два уже тем временем зашла на тротуар, фосфорицируя и рдея. Весьма мила, не хуже первой, даже лучше, то есть даже лучше всех, что очень кстати, я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, где я? Ни к вам, ни к вам, я почти уже совсем сейчас испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на любовь. Вадим Левашов.